Доходы российского бюджета хотят пополнять за счет игорного бизнеса. Как пишет «Коммерсант», Минфин предлагает поднять налоги на казино и букмекерские компании в 10 раз. Кроме того, с букмекеров хотят дополнительно брать 10% выручки от ставок в интернете. Собеседники газеты отмечают, что в масштабах бюджета страны такие доходы даже после 10-кратного роста налогов все равно будут мизерными. Игорные зоны только начали развиваться, и сейчас в России работает всего 4 легальных казино. Но вот по ним самим это ударит сильно. И без того в сложной экономической ситуации россияне ходят в казино как-то не очень. Букмекерских клубов несравнимо больше – 6 тысяч, но положение у них похожее. С начала прошлого года выручка в среднем упала на 30%. Так что многие с новыми сборами могут не справиться и просто закрыться.